Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра. Надежда Бабкина уже находится дома после долгого пребывания в коммунарской больнице. Пользователи сети стали сомневаться, что артистка болела. Накануне стало известно, что Надежда Бабкина, которая лечилась от двухсторонней пневмонии на протяжении всего апреля, наконец оказалась дома и теперь будет проходить курс реабилитации. Артистка уже успела записать видеообращение к поклонникам и опубликовать его в сети. Она поблагодарила всех за поддержку, а также призвала народ четко следовать правилам самоизоляции во время пандемии. Однако далеко не все пользователи сети поверили в происходящее. Многие сомневаются, что Надежда Георгиевна болела. Мол, уж слишком хорошо артистка выглядит после проведенных дней под аппаратом искусственной вентиляции легких. Подписчики инстаграм-аккаунта Дни.ру пишут, столько лежать с трубкой в горле и так быстро восстановиться. Это нереально, лицо она себе натягивала все это время, а не болела, слишком бодрая после алф, а рот еще больше растянулся к ушам, здоровья всем. Но эта история, сказка для бедных. Нашлись и те, кто верит народной артистке и пожелал ей здоровья. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр.